Продюсер Яна Рудковская дала интервью, в котором сказала, что у вас был тайный роман, и вы хотели на ней жениться. У меня только один вопрос. Вы видели когда-нибудь эту женщину или нет? Пожалуйста. I think I remember her. Я думаю, я ее помню где-то, как-то. But you know, you have many beautiful. Но вы знаете, очень много в России красивых девушек. Я понял. Вы очень элегантно ушли от ответа, спасибо. Ян, я сделал все, что мог. Я все ему напомнил. Я ничего тут не могу, мне здесь нет никаких вариантов еще.